Ребята, всем привет, с вами Вин Глаз Бит, и сегодня мы, а именно международный музыкальный фестиваль на Music Messe и российский барабанный центр Blast Beat Drum Shop рады объявить юбилейный всероссийский барабанный конкурс Drummers United 2020. В этом году, в честь юбилея конкурса, мы решили немного изменить условия. Для того, чтобы участвовать в конкурсе Drummers United 2020, вам необходимо в этом году выслать 2 видеоролика. Это могут быть 2 разноплановые композиции, как разностилевые, так и разнотемповые. Либо это может быть открытое соло и кавер, либо ваша собственная композиция. Все это сделано для того, чтобы наши уважаемые участники жюри смогли более объективно оценить ваши таланты и умения. В этом году организаторами конкурса учреждена специальная номинация. Победитель будет определен открытым голосованием в официальной встрече Drummers United 2020 ВКонтакте. А теперь я немного расскажу о требованиях к вашим видеороликам. Первое. Требования к видео. Видео вы можете записывать на любое устройство, которое пишет видео и звук одновременно. Это может быть смартфон, экшн-камера, либо видеокамера. К примеру, данное видео записано на iPhone XR. Ваши видеоролики должны быть сняты с одного ракурса и с одного дубля, без склеек и монтажа. Теперь о звуке. Ребята, ваши ролики увидят тысячи людей. Отнеситесь, пожалуйста, к записи ударных ответственно. Запишите ваши барабаны хотя бы с минимальным комплектом микрофонов, чтобы это звучало достойно. Не приветствуется триггерование, сэмплирование и идеальное сведение и мастеринг. Жюри приветствует максимально живой звук ваших ударных. Аудиофайлы с вашего видеоустройства очень желательно сохранить до объявления финалистов членами жюри. Поясню для чего. Жюри может усомниться в какой-то момент в живости звучания вашей ударной установки. Усомниться в том, что это действительно видео без склеек, монтажа и сэмплирования. Поэтому сохраняйте аудиофайлы до объявления финалистов конкурса. Ваши видеоролики должны быть записаны специально для конкурса Drummers United 2020. Не принимаются к участию ролики, которые были записаны другим конкурсом ранее, либо конкурсы Drummers United прошлых лет. Ваши видеоролики должны быть размещены на видеохостингах не ранее официального запуска конкурса Drummers United 2020. Видеоролики, которые были размещены датой ранее, конкурсу приниматься не будут. Мы с нетерпением ждем ваши конкурсные работы и хотим пожелать каждому из вас удачи, а также здоровья вам и вашим близким. До встречи, ребята!